Если нет, я просто уточню. У вас для каждого пиксельного параметра получается однозначная продукты, однозначные ядра выделения. Это же Монте-Карло, да, так у нас есть интеграл столкновений, то каждый раз мы получаем свое ядро. То есть у нас есть распределение ядер для каждого прицельного параметра. То есть если уравнение Фокер-Банка решается, то фактически моделируется. Уравнение Власова решается. А уравнение Власова? Да. Решается... Уравнение Власова решается вот методом пробных частиц. Метод пробных, но только у нас свертка некая потенциала, и плюс у нас еще вот как бы от Лювиля идет, что у нас интеграл столкновений. А статистика обычно какая? Типичная статистика? Сколько испытаний делают для каждого? Для каждого прицельного параметра 50. Это достаточно. Прицельные параметры идут 0,1 ферменную скорость. Спасибо. Спасибо.